Всем привет, дамы и господа, с вами я, Олег Смирнов, и мы начинаем готовить. Сегодня хочу вам показать свое блюдо, как я готовлю его дома у себя. Обычное повседневное блюдо, пицца на лаваше. Ну, для этого понадобятся любые ингредиенты, хозяюшки все берут какие хотят. Я в данном случае взял самые простые, обыкновенные, то, что валялось дома под рукой в холодильнике. Лаваш, как и первый слой лаваша, мы просто промазываем плавленным сырком «Дружба». Вот, и просто немножко, когда его промазали, оно получилось склеиваться, два лаваша. Потом вы повторяете слои, промазывая, и после того, как лаваши кончаются, и сливочный сыр тоже кончается, вы уже начинаете смешивать майонез с чекинезом, это как называется чекинез, майонез с кетчупом, да, и уже накладываете немножко его, также сыр, колбаска, помидорчик, и слои постоянно повторяете, и чтобы пицца была не сухая между лавашей, можно вот так вот. И все, просто элементарно, все, что элементарно, все вкусно. Когда вкусно, ребята, тогда вкусно. Ничего выдумывать не надо, изобретать велосипед. Ну, конечно, по своему желанию вы можете положить огурчиков, пикаперсов, там, маслинки, там, все, что угодно, мясо, рыбу, вот, грибочки. Но я сделал так. И вот в конце советую только посыпать немножко орегано, после того, как она в духовочке при 180 градусах запеклась, и все. Ну, вуаля, кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста, господа. Всем приятного аппетита, до новых встреч, друзья.